праздничный концерт в честь юбилея. В этом году детской школы искусств «Элегия» исполняется 25 лет. На момент открытия в 1991 году в школе насчитывалось чуть больше 200 учеников. Сейчас число воспитанников увеличилось до 350. В праздничный день школы искусств пришли поздравить выпускники, ветераны, а также руководство города и района. Мы надеемся, что с их помощью наши дети всегда смогут вершить что-то новое и всегда оставаться добрыми, любящими, отзывчивыми детьми. Спасибо вам и низкий поклон. Этим юбилеем мы начинаем нашу такую знаменательную серию юбилеев, которые связаны с нашей школой искусств. И надо сказать, что за эти 25 лет из этих стен вышли прекрасные музыканты, те, кто уже стали, продолжили свой профессиональный путь на более высоком уровне. Сейчас в школе работают 6 отделений – фортепианное, оркестровое, народное, хоровое, теоретическое и хореографическое. На протяжении 13 лет неизменный директор школы Людмила Алексеевна Андронова. Ежегодно ее воспитанники становятся лауреатами межзональных, зональных, областных и всероссийских конкурсов. Тысячи успешных выпускников – гордость школы. Сейчас двери этой творческой кузницы открыты для новых талантов. Ольга Елейна, Евгений Стародубов, «Воскресенские вести».